В административном здании Заинского лесничества завершен капитальный ремонт. В здании, построенном в 1982 году, работы велись на протяжении 2 лет. Ремонтные работы были выполнены в 2 этапа. Общий бюджет составил более 18 миллионов рублей. Спасибо огромное Раису, как говорится, нашей республике, за то, что он поддерживает лесное хозяйство, что получаем такие субсидии на ремонт наших контор. Официальное открытие административного здания состоится 26 октября. Если с внутренним убранством коллективу Заинского лесничества помогли строители, то навести красоту на территории они взялись сами. Чтобы хорошо росли, я думаю, они специалисты покажут, как надо делать. А в акции «Посади дерево» принял участие и глава района. Совместными усилиями было высажено 15 голубых елей. Конечно, 15 елей кажутся каплей в море по сравнению с тем, какую работу сотрудники лесничества выполняют ежегодно. Их стараниями в весенний и осенний период в лесах Заинского района высаживаются различные деревья. Площадь посадок достигает 160 гектаров. Посадка – это весенний период, 100% выполняется. Дополнение же этих посадок, потому что у любой посадки бывает, что отпад, этот как бы природный отпад, усыхание части высаженных сеянцев-саженцев. То есть мы потом их дополняем. Сохранение и приумножение лесов – это важная миссия, которую выполняют работники лесничества. Бережное отношение к природе – задача каждого. Эльмира Шабрина, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова. Новости Заинска.